Всем привет! Вы на канале Ольги Лукошкиной, и сегодня я предлагаю вам связать вот такого маленького ежика. Достаточно просто и быстро вяжется, можно использовать как брелок. Для вязания нам понадобится пряжа Янат джинсы или подобная по толщине, бежевая, коричневая, черная и зеленая, и немного наполнителя, и крючок 2,25 мм. Начинаем вязать коричневой пряжей, делаем кольцо амигуруми и вяжем в него 6 столбиков без накида. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Затягиваем. Второй ряд мы вяжем 6 прибавок, прибавка в каждую петлю, и у нас должно получиться 12 столбиков без накида. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, 9, 10, 11, 12. Третий ряд мы вяжем 3 столбика без накида. Раз, два, три. Затем 6 прибавок из полустолбиков с накидом. Одна прибавка, вторая, третья, четвертая, пятая, шестая. И еще 3 столбика без накида. Раз, два, три. У нас должно получиться 18 столбиков. Четвертый ряд мы вяжем 4 столбика без накида. Раз, два, три. 4. 2 полустолбика с накидом. Раз, два, 6 прибавок из полустолбиков с накидом. Одна прибавка, вторая прибавка, третья, четвертая, пятая и шестая. Два полустолбика с накидом в следующие 2 столбика. Раз, два и 4 столбика без накида. Раз, два, три, 4. У нас должно получиться 24 столбика. Пятый ряд мы вяжем 5 столбиков без накида. Раз, два, три, четыре, пять, 4 полустолбика с накидом. Раз, два,
три, четыре, шесть прибавок из полустолбиков с накидом, одна прибавка, вторая, третья, четвертая, пятая и шестая. Четыре полустолбика с накидом. Раз, два, три, четыре и пять полустолбиков, и пять столбиков без накида. Раз, два, три, четыре, пять. У нас получается 30 столбиков. Дальше мы вяжем 5 рядов без изменений по узору. То есть 5 столбиков без накида. Раз, два, три, четыре, пять. 20 полустолбиков с накидом. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 и еще 5 столбиков без накида. Раз, два, три, четыре, пять. Так мы продолжаем еще 4 ряда. Мы связали 5 рядов без изменений. Теперь будем делать 6 убавок в этом ряду. Таким образом. 5 столбиков без накида. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Теперь полустолбик с накидом. Один полустолбик с накидом. Дальше мы вяжем полустолбик с накидом убавкой. Повторяем 6 раз. Полустолбик с накидом. Убавка. Убавку я вяжу за переднюю стенку петли. Вдеваю в первый полустолбик. Затем во второй. И протягиваю нить. Это у нас первая убавка. Дальше полустолбик. Убавка вторая. Третья. Четвертая. Пятая. И шестая. Еще один полустолбик с накидом. И 5 столбиков без накида. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Итого у нас должно получиться 24 столбика. Последний
столбик без накида не нужно довязывать. Мы будем менять сейчас пряжу на бежевый цвет. То есть я связала 4 столбика без накида. Последний столбик, пятый, вяжу наполовину. Присоединяю бежевую нить, довязываю столбик. Дальше мы будем вязать уже бежевой пряжей. Это у нас 12 ряд. Мы вяжем 9 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Вяжем 3 убавки столбиками без накида. 1, 2, 3 и еще 9 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Коричневую пряжу можно отрезать. У нас получилось 21 столбик без накида. Следующий 13 ряд мы вяжем без изменений по кругу 21 столбик без накида. Мы связали 13 ряд без изменений, 21 столбик без накида. И следующий 14 ряд мы делаем убавки таким образом. Вяжем 5 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5 и убавка. Повторяем еще 2 раза. 1, 2, 3, 4, 5 и делаем убавку. Раз, два, три, четыре, пять. И убавка в конце. У нас получается 18 столбиков без накида. Теперь можно наполнить наполнителем. Наполнитель добавляем не очень много, чтобы оно не совсем плотное было, то есть игрушка мягкая остается. Таким образом мы наполнили и продолжаем вязать дальше. 15 ряд мы делаем 6 убавок, вяжем убавка и столбик без накида 6 раз.
16 ряд мы вяжем убавка, два столбика без накида и повторяем 3 раза. Это один раз, снова убавка, 2 столбика без накида. Это второй раз. И третий. Убавка. 2 столбика без накида. И у нас получается в 16 ряду 9 столбиков без накида осталось. И последний, 17 ряд. Мы закрываем еще 3 столбика без накида, и у нас останется 6 столбиков без накида. Вяжем таким образом: убавка, раз, два, и столбик без накида, снова убавка, столбик без накида и последняя убавка. Столбик без накида. У нас осталось 6 столбиков без накида. Нить обрезаем. Еще немного наполнить вот эту носовую часть. И теперь последние 6 столбиков без накида мы стягиваем. Вводим иглу за переднюю стенку петли. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Стянуть, ввести иглу в это отверстие и спрятать в теле ежика. Вот такой ежик. Теперь нам нужно вышить нос черной пряжей. Теперь вышиваем нос и глазки. Нос у нас вышивается на последнем ряду. Берем черную пряжу, выводим иголку в серединке последнего ряда и вышиваем верхнюю часть. Теперь, не отрезая эту нить, сразу будем пришивать глазки. К
глазки мы пришиваем на третьем ряду от коричневой части, то есть раз, два и третий. Размером примерно столбик без накида, можно меньше, или можете пришить бисер черный. Вышиваем одновременно оба глаза, слегка делая затяжки. Расстояние между ними, между глазами сверху, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 столбиков без накида, от одного глаза до другого. То есть, когда вы вышиваете глаз, немного натягиваете, затягиваете нить внутрь. Примерно 5-6 стежков. Теперь берем белую швейную нить и вышиваем белки глаз полукругом. Внизу глаза делаем полукруглый стежок. И еще один маленький, чтобы закруглить его. И еще делаем один блик в глазу. Маленький такой стежок. Второй глаз вышиваем также. Я вышила второй глаз, и нам осталось связать и пришить ушки и листочек. Для ушек делаем кольцо амигуруми.
вяжем воздушную петельку и 2 полустолбика с накидом. Раз, два, и в конце соединительный столбик. Затягиваем. Нить отрезать, оставив для пришивания немного. Второе ухо связать также. Пришиваем на 11 ряду на уровне глаз. Вот так. Второе ухо также на уровне второго глаза пришить. Я пришила второе ухо. Теперь нам нужно связать листик. Берем зеленую пряжу. Делаем петельку. Вяжем 7 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Поворачиваем и вяжем 6 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Воздушную петлю поворачиваем, вяжем столбик без накида, 1 полустолбик с накидом, 1 столбик с накидом, 1 полустолбик с накидом и 2 столбика без накида. 1, 2. 1 воздушная петля, и на второй стороне вяжем также 2 столбика без накида, 1 полустолбик с накидом, 1 столбик с накидом, 1 полустолбик с накидом и 1 столбик без накида. Вяжем соединительный столбик, первый столбик без накида и 3 воздушные петли. 1, 2, 3. Нить обрезаем. Это мы прячем и закрепляем конец нити с обратной стороны листика. А пришивать нужно остатком от начала вязания. Пришиваем листик только за центр, за центральный ряд. Можно не полностью, а только в серединке.
Нам осталось только сделать такую петельку, если вам нужно для брелка, или же оставить просто как маленькую игрушку. Петельку мы вяжем, вводим крючок, примерно это у нас 11, 12, 11, 10, это 9-й ряд. Присоединяем коричневую пряжу и вяжем примерно 40 воздушных петель. Можно длиннее, как вам удобно. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Я связала 40 воздушных петель и теперь вяжу соединительный столбик вместо соединения присоединения пряжи. Отрезать нить, в конце нити закрепить, спрятать внутри ежика. Вот такой маленький симпатичный ежик получается. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. До новых встреч!